сегодня даже не знаю, что будет делать, но я закончу квест и уже перейду к комнате следующему. Но я думаю, что сегодня будет два стрима. Добро пожаловать на трансляцию. Так. Жалко, что телефон плохо подзарядился у меня. Хе-хе. Пью малиновый чаёк. Посмотрим на тримагемы. Сколько вас тут уже? 889. Тут у нас ничего нового. Баннер будет через 7 часов 55 минут, то есть это вечером. Да. Точнее, баннеры. Ух, это будет огонь. Yes, we can rest a bit. Бедный дедук с покоцанным ХП. Хочется по боссу пойти немножко, чуть-чуть. Соскучился по боссам. Сегодня всего на зуме. Мне приготовили какой-то подданный, скорее всего. Слаймовая роса, вот это я люблю тоже, как и на время. И посмотрим, что сущая угроза. Стремительная резня, нормально. Да вроде справлюсь. Более-менее. Сейчас сначала сюда, потом к тейкам.
у них, наверное, уже 1000 штук. Реально, надо попробовать за Хутаву поиграть. Хотя она у меня такая не прокачанная. Is it time for me to join you? Красиво у него глаза. Пошли под Эдиком. Ну, попробуем. Блин. С Хутавой-то. Нет, тут лучше Делюка поставить. Да, это будет слишком сложно с Хутавой. One client, two. Извини, Хутава, а что? What's our objective? Держу запас. Не, ну, там с этим слаймовым аэросатом надо очень-очень спешить, она не прокачана. Блин. А, тут летать надо. Нет? Молчаем. О, тут взлететь можно, типа. А смысл? А там есть смысл? Сахаров, да, надо отхватить. По-моему, мы проиграли. I must leave no stone unturned. Да. Не люблю это задание. Где-то начало. Начало. Я не помню. А вот с вами вырастет, наверное, да, вот это там. И все такие побитые. Надо понять суть, как в прошлый раз с тем заданием.
assistance. Leave it all to me. Yeah. A minor error. Absorption test. Animal test 6308. Класс. Ну все, можно начинать сначала, собственно. Doesn't hurt. Вот тут хотя бы не заходились. Я относительно не заходились. Ha!
should really bring the Knights of Favonius with you next time. Напиши, пожалуйста, пока со следующим Дэвиком, к этому еще вернусь. Send one, send them all. Боже, как она красиво передвигается, все-таки. На дерево заявлено. А ей, кстати, эти стандартные крылышки идут. Боже, какой рассвет. Хотя будет сложно, скорее всего. Вместе с второй там. Попробуем. Боже. Absorption test. Dodge this. Oh, so sorry. Freeze. You win. Тоже хотя бы так сложно, кстати, на Ростатом. Где я? Кто я? Следующее задание. Растущего дрова.
turn. Ну, это было ладно, пошли. Это будет сложно. Leave it all to me. Доброе утро, дела замечательно. Вот, кучу себя достала. Сейчас он болит. Кто бы мне помог это задание со слаймовым аэростатом пройти? Что здесь можно сделать? Уже креветки на эльчи. Что-то я начала неэкономно использовать его. When the sun's out, bathe in sun. Надо просто можно забраться.
сразу. Идея неплохая. I'll catch up. Да, его, по-моему, осталось одно. Одно грёбаное задание. Пытаться еще раз, что ли? Я не знаю, как его проходить. А, ладно, я за кадр вырываю. А сейчас тогда... Сейчас тогда... Ой. Да, вот этот остров. А почему нет? Надо было похилиться сначала. Ну-ка. Поклонись статуе. Да, все. А следующий уровень целых 60 камней столько. Ну и да, это да, 60 камней столько и ключик. Ладненько. Needs assistance. Сейчас это будет сокровище, как у меня. Но где именно? Так, надо включить задание. Thank you.
Окей. Босс. What's the hurry? Cool it. Да, я уже отхватил. I missed a spot. Leave it all to me. I'll catch up. Someone needs assistance. I must leave no stone unturned. I'll catch up. Ладно, сейчас посливаюсь. Leave it all to me. Disgrace to the knights. Go. Go. Короче. Два раза уже побежал за босса, будто видно стрелять. Dodge this. Ну, я сейчас намерена судить, короче. I must leave no stone unturned. But they still need me. Is it my time? Доброе утро. Вы пришли увидеть, как я умираю. Не, босс не сложный. Просто это было внезапно и не сильно. Да, вот. Окей. Ну, Сахарова. Ну, не все как у масленица, как говорится. Масленица, блинчики. Я бы отказался покушать блинчиков. Да, вот это все. Делаем. Сейчас вернемся и наваляем этому боссу, походим. Сейчас примем команду. Так что схватала я ее рискну и выбить. Все-таки.
еще такой вопрос. Насколько ты готов сразиться с боссами психологически? Steady as stone. I must leave no stone unturned. Retribution. I must leave no stone unturned. Конечно, отсиливать не очень удобно. Ну, уже он летает. Так, не бить, ну. Нет, это ладно, я не бью, не бью. Leave it all to me. Someone needs assistance. No stone unturned. I must leave no stone unturned. I'll catch up. I missed a spot. Verdict is my blade. Well,
I am a disgrace to the knights. Признаю, не очень хорошо. Я хоть и суперски хилит, но там больше, но все-таки хилит. Куда ты Я сейчас садюсь на бусы, как не очень обидно. Обидно. Спасибо за помощь. Seems all the other knights already have their hands full. А, ну чё, вот думаю, может по боссам пройтись. Люблю Диону, кстати. Диона классная очень. Окейшки. Сейчас. Сейчас похилю. А, ладно, сейчас сначала телепортную статую. Сейчас. Сейчас надо выбрать, кого в команду взять себе. Все время забываю, что я поставила автовосстановление на 100. Мне не надо кликать ничего. Сейчас подумаем, на каких боссов пойти. Бесконечный механический массив как открыть, знаешь? А, я не могу выполнить. Чё я ежедневки не делаю? Я не могу выполнить это задание про аэростат. Мне там не хватает немножко времени. Если поможешь, буду благодарен. Давай. Сегодня надо больше примагеева, сегодня 4 баннера будет.
Ау, окей, крафт. Я пока на команды подумаю. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Так. Попробовать. А может схватал? Нет, схватал. Не прикольно. Может трейзер взять? Например. Удилюка там. Меч, у которого бонус к пира и электроурону. Ну чё, погнали? Где-то оно. Погнали. Здесь его зовет. Все. Чувак, ты крут. Спасибо большое. Теперь по боссу. Типа можно телепортнуться? Нет, только отслеживать. Я уже обрадовался. Yes, we can rest a bit. Чего у меня много? Лего? Rain. If only you could cleanse the corrupt souls of this world. А. Ну, я немножко умею рассчитывать время и щепоточка везения. Да, идем, а как туда добраться? Вот в чем прикол. Ага, вот сюда. Окей. Телепорт. Я впервые буду с этим боссом бороться вообще. Я ни разу с ним не боролся. Веди, потому что я не знаю путь. Let's get down to business. Можешь мне взять на это, чтобы тебя хилить? А, ну типа, где он их хилит, все нормально. Сундучок. Ей. I suppose this will do. Че это дневник? Погнали.
стрёмно. А, вот наверху уже. О, прикольно. Гиперскачок. Я уже боюсь. Мне уже страшно. На, победить Чирина Руина, шпиона, что перевести бесконечно. Окей. Тут как с океанидом типа мимики. Круто, мы быстро его победили, и я даже ни разу не умер. Спасибо тебе большое. Кто следующий тогда? Понятно. Видишь, я совсем впервые на этом бусе, так что я еще ничего не знаю. Ну что, на кого дальше пойдем? Yes, we can rest a bit. Посмотрим. А мы этого волка можем открыть? Нового. Скорее всего, не можем. Бесконечные просторы. Боже, ты не дома. Могу туда на гелге поставить. Да, для Ито. У меня же это есть. Я хочу его прокачать. Да, нового.
Ник, кстати, зачетный. Ну да, вот я так подумал, что спасибо. Не. Так, идем на йоги, встанешь. Я забыл, как тут куда надо идти. Я все время путаюсь. Да, вот первый туда. Я их обычно пробегаю. Я сейчас прибежу. Со стороны какой-то. А может что-то? Эх, мне не хватает со щитком. Журавлики. Куда я пришел? Я пришел. О, нет, эти ребята. Капец. Ладно, я в обход, наверное, могу пойти. А, они спят. Им хорошо. Ты уже на йоге посадишь. Я дурак. Тут, короче, сейчас я перепортуюсь и пойду в правильную сторону. Я запуталась. Сори. Я потерялся немножко. Круто. Сейчас. Но я так не понял, что мы уже победили. Я не буду так ничего. Freeze.
freeze. Dodge this. Freeze. Спасибо большое за побежденный дел, где поставишь. Да-да. Что дальше? Можно, в принципе, на этого первого волка пойти. Почему бы и нет? I didn't know you were such a slacker. Ей, Вольфенштейн. Ты быстр. Не то, что я медленен. О, где он? Сейчас я его включу. Потому что тут я хорошо сражаюсь с Нейл. Да, она у меня самая прокачанная в этом пути. Ну вот как колку, если я хотя бы помню. Someone needs assistance. Курочка сегодня популярна у моих персонажей. Ну, ничего, погнали. Медленно пошел. Ох, он сейчас улетит, я чувствую.
Attention! О, нет, та улетела никуда. Он не реально попасть, когда он вот так бегает. Он становится злым. Кстати, в Ханкае такой же волк есть. Мне нравится эти 6000 урона. Классно. Недолго был волк злым. Поведение. Классно. Ног. Спать. Какой красивый персонаж. Я ее выродить тоже хотела, но потом что-то передумала. Спасибо тебе за помощь. Люблю эти стикеры. Whenever you need me, I'll be there. Ну что, я сейчас посмотрю, сколько мне там все. Смолы. Shutter. Да. Так. Что там, еще один босс можно. Еще одного босса заводить. Вонить. А пошли на вот этого электрогипостазиса, который самый первый в испытаниях идет. Все нормально. Подвисает игра немножко. Что-то. Что у тебя? Leave it to me, all of it, whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. Погнали.
Как он заходил. Улетел. Алиф улетел. Вообще улетел. Рейзер будет доволен. Давайте пополнить. Использовать. Ничего еще. Кого бы еще побить? Кого бы еще побить? О, океанид. Я его обожаю. Погнали на океанид. Слушай, у меня раньше была традиция, каждое утро заходишь в игру и каждое утро бьешь океанида. А вроде бы. Да вроде бы вместе. Раздельно. Я обычно говорю пожалуйста, не за что бывает редко, тут-то есть за что. Ты мне помогаешь. Rain. Сейчас Кей увидим. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Тебя в океане, да. From our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Qingzha. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. Где он от тебя отзываться? Cool it. Да, я не знаю.
What's your luck? Oh, I'm gonna be you. Ну, это Ян Фэй. Ян Фэй тоже разница здесь просто супер, я смотрю. Классный персонаж. Ой. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. This moment will be frozen in time. Verdict is... Let's see what happens when you lose your foothold. Ох, кинетически сложные. The power of water is its ability to take any shape. Ладно, бежим к себе делать. Победили океанида, но он меня сильно постукал. Классно. Видимся. Ты хорошо играешь. Персонажи у тебя классные. Окей, я так понтится с этим мечом, капец. Ау, на меня котик нападает. Давай, гадюку похилим. Ну, все уже. Да, гадюку надо было похилить. Сколько у меня первородной смолы осталось? Кажется. Ну, наверное, на этом мы с боссами закончим. Вот. Я хочу пойти завершить задание, которое с этим островом. Еще раз спасибо тебе, ты классно. You should really bring the Knights of Pavonius with you next time. Прошлись по боссам, шикарно. Сейчас пойду похилю Гирука к статуе. Инадзума красивая. Я очень люблю Инадзума, я очень люблю саундтрек Инадзумы. Я его слушаю, уже много раз слушал. Сейчас получим. Угу. Вот, вот, собственно, рассказывается, как побеждать этого босса, которого мы побеждаем. Сейчас посмотрим. Это, по-моему, надо просто спуститься вниз. Что у меня с командой происходит? Расформировалась команда. Так. Немножко расформировалась команда.
первая, ну ладно. Ага, отслеживать. А сейчас такой босс еще раз. Раз. И появился. Такое может быть. Я не помню, сколько времени пришло. А вот. Мне сюда. Бум, мне сюда. Вот я тормоз. Ай. Плохо. Да, надо сейчас начинать сделать все. А, да, надо же выйти из этого мультиплеера. А, зажать на L и двигать по отряду. Сейчас. Типа. А вот и все. Он уже первый. У меня опять поменялся адрес. Let's go. Все правильно. Сундучки. Это типа те самые огромные сокровища. Тоже могу. Или тут не надо. Ай-яй-яй. Ой, классно. Ай, классно вообще. Да, я попал. Прям пойди в эту сторону. Ладно. О, я к сокровищу попал. Типа сокровищу. All in a day's work. Я хоть что-то получила, я на все не залетела. А, я понял. Я тут могу. А, ты вернулся обратно. Я еще не те сундуки собрал, извините. Угу. Ага. Классно. Ой, тяжело. Зато можно посмотреть на красивую анимацию, да? Нет, я обратно хочу. Да, он. Ладно.
вот это хоть какой-то угол. Заново. Ай. Сундучок. Я понял. Я понял, что я дурачочек. Странное перо. Но в аду сундуки получше будет. Алтарь очищения. Может быть, в домике поставить. Гроза стихла. Видимо, печать всех четырех камней наложена. Да. Три дня я их накладывал. Ну ладно. Это ты, как у тебя получилось туда забраться? Я только сказала, что ты прошла через какую-то дверь и потом исчезла. Да что с этой дверью такое? Как странно. Что же, все-таки произошло там наверху. Мы с Айкой услышали сверху грохот, похожий на раскаты грома. Но ведь гроза должна была утихнуть. Тут такое дело. Вы рассказываете о своем опыте. Платформа, которая собирается из парящих в воздухе камней. Должен признать, что никогда не слышала о подобном естественном феномене на Сейрае. Какой же это естественный феномен? Как ни крути, это совершенно неестественный феномен. Точно. Но каким бы ни был этот феномен, гроза над Сейраем стихла, мы выполнили поручение гильдии. И вот еще мы нашли странное перо. Перо, дай, суки, взгляни-ка на него. Позволь мне посмотреть. Прошу прощения, я не могу определить происхождение этого пера. На вид и на ощупь не похоже ни на одну известную мне птицу. Если исходить из размеров, то птица, оставившая его, должна быть такой же большой, как та каменная платформа в небе. Это перо так важно. Если ты хочешь выяснить его историю, почему бы тебе не вывесить поручение в гильдии? Кто знает, может, найдутся какие-то подсказки. Хорошо. Что ж, в таком случае, еще раз спасибо за помощь искательнице приключений.
мы с Тайсуки вернемся в гильдию и возьмемся за отчеты. А, точно, это для тебя тут, конечно, немного, но все же тебе положено хоть какое-то вознаграждение за помощь. Тайсуки, собирайся, мы возвращаемся в гильдию. Эйка, давай быстренько заглянем в святилище и повидаемся с госпожой Эйкой, хорошо? Тайсуки. Слушай, ну ведь это говорящая кошка. Говорящая! Ох, парень. Охотники за грозами. Ну, в общем, задание завершено. Новые задания появились. Чудненько. Что у нас тут появилось? Да, вот новые чертежи. Я смогу построить святилище у себя в чайничке. О, тебе Сяо выпал. Боже, поздравляю. Поздравляю. Сейчас получу. Так, битва за острыми руками. Победите бесконечный механический массив, пока он находится в ослабленном состоянии. Получилось. Встретимся в другом мире 2. Конечный механический массив. Одолейте бесконечный механический массив. У нас там режиме есть. Инозума, острова молнии и вечности. А, охотник за грозами Сейра. Завершите охотник за грозами Сейра. Есть. Ну, сегодня прям неплохо так прямо девочку прилетела. Кстати, надо сбегать к Катерине забрать за то, что... О, 1069 уже. Супер. Ждем баннер, ждем баннер. Только в симуляторе. В симуляторе? Что за симулятор? Я что-то не знаю. Ладненько. Вот теперь тут отмечен босс. Уже. Я хотел сделать, ах да, Катерине. Еще более сложные поручения, чем то, что ты выполнил в острове Сейра. И будь тебе это интересно, еще одно, еще более сложное, что-то вроде растущей угрозы. Даже предвестники Фаты мне не соперники. Да, вот так. Да, это правда. Поручение это дала госпожа Сумида, за подробностями лучше обращаться к ней лично. Ну, к звездам и бездам, с нетерпением жду твоего следующего подвига. Ну, спасибо. Ad Astra Abyssosk. Награда поручения. Ad Astra Abyssosk. Экспедиция. Ну, там, наверное, буду заканчивать стрим. Спасибо всем, кто зашел. Спасибо GameOrfMe, который помогал мне побегать по боссам, победить их. Все было просто супер.
Все, пока-пока. Вот, посмотрим на это. Знаете, прекрасно.